Всем привет! Всем с вами Герасим Шоу. Сегодня мы играем в игру Offensive Combat. Как вы помните, мы играли в эту игру раньше, можно сказать, полгода назад, там, ну, 2 месяца назад, вот где-то ну, до каникул, до летних каникул. Но прошло полгода, и тут очень большие изменения пришли. Просто вообще офигенно большие изменения в плюсы, но и в минус. Как вы помните, я в эту игру так вдонатил, ну так. 300 рублей, ну, может, это хватит, но жалко, что они поменяли весь режим, в том смысле, что сейчас вам расскажу, как тут сейчас все происходит. Конечно, мне вернули деньги, которые я вдонатил, эти 300 рублей, я очень рад. Ну, конечно, я купил свою любимую маску волка, я без волка никуда. Да, волк нам кланяется, ну, разминку делал, пофиг. Ну, давайте расскажу. Первое, то, что тут появилась прокачка оружия, в том смысле, что у вас есть, как в World of Tanks, очки опыта. Вы должны прокачивать каждое оружие. Например, вот второй левел к этому оружию, и так идет, так далее. Тут есть прокачка пистолета, ножа, бомб, тут даже есть прокачка бомб, ну, конечно, тут есть. Штуки такие можно вдонатить. Вот, можно купить М4СФ, но я не буду это делать, потому что я лучше прокачаю свой. Тут еще надо покупать. Ну, можно сказать, как World of Warcraft, правда. Прокачиваем. Я даже не знаю, что это такое. Потом опять прокачиваем. И так много-много раз. Конверт, да. И мы прокачиваем каждый раз левел. Левел ап. Просто без левел апа мы никуда. Просто вот я просто хочу вам показать, и мне еще даже важно купить винтовка. Снайперская винтовка MS-74. Я думаю, вам ничего не говорит. Но вот это мне бы вот это прокатилось. Но посмотрим. Правда, давайте купим эту офигенную штуку. О, у меня, что происходит, даже не понял, я что-то потратил, и на, давайте купим. А, тут, ну, он еще экспа, ну, давайте посмотрим, что-то, 10 стабилити, вау, ну, тут каждый раз опыт надо прокачивать, не буду в это, тут появился крафт, давайте отходим в сторону, опыт, оружие и так далее, подобие, тут появился крафтинг, я так и не понял, в какой смысл крафта, тут видно, смысл крафта в том, что укрепление брони, вот у меня появилась тут вот такая броня, типа, можно, я ее скрафтить могу, как понимаю, типа, вот, броня, я могу взять вот эту броню. Я не понимаю смысл, что будет, если... Давайте, крафт. И что? Импотум. И что? И что? L2. Что-то L2. Что L2? L3. Это вина L3, L5. Я не понимаю смысл этого значения. Потом пойму. Тут пока еще не открыты скиллы. Тут есть скиллы персонажа. Они раньше были, но они пропали. Профиль тоже был, и вот почему-то убрали. Ну, шоп, конечно, оставили. Так, почему я в этой дурацкой одежке? Я хочу себе нормальную одежку. Т3. А, я могу и одеть вот это. И тогда я буду похож на робота. Нет, ребятки, я люблю... я поменял крафтинг. О, господи, я поменял. Сейчас у меня нет того... О, обидно. Ну, тогда я возьму вот этот. Зеленый буду. Зеленый-белый, да. Исключение этого мира. L75, левел. Это вина левел. Левел, да, левел прокачки. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте пойдем в бой. Тут есть, конечно, бой. Ну, я нажму просто play, найду какую-нибудь игру. Так, и мы начинаем Offensive Combat. Хочу вам сказать, что после этого, с этим видео выйдет и танки онлайн, конечно. Без танков никуда. После двух боев мы... Конечно, будем играть в танки онлайн. Там был Хэллоуин, я именно Хэллоуин пропустил. Так, так, наушники. Так, извините. Так, я чуть-чуть мышку себе перенастроил. А, смотри, вон там. Сука! У меня пистолет есть. Блин, его убили. Вот тут еще появилась броня. Броня раньше ее не было. Ну, она была, но...
Не в таком смысле, не в большом количестве, но сейчас ее сделали в большом количестве. Как-то сейчас я думаю, что это как-то читерски выглядит, как-то в большом количестве броня. Я бы попросил разработчиков поменьше, но пофиг. Но раньше тут была... Блин, меня убил робот. Как-то в первом раунде мне повезло, я сейчас разогреваюсь пока что. Видно, холодненький стал. Я сейчас играл 10 минут назад. Но... Что-то... Разогрел. Разогрелся я. Читарюги появились тут. Донатики наши любимые. Вы любите донатиков, которые... Зачем нужны люди, которые донатят? Нам нужны люди, которые... Которые уничтожают их. Это я. Бич. А, сука, меня ждала на гранату! Сволочь. И тут можно, как всегда, сделать такую прикольную хрень. А, нет, не смогу. Снайперская винтовка, которая будет у нас дальше, если мы прокачаем наш класс. Я не знаю, как мы прокачиваем то оружие, которое нам нужно, и покупаем его. Тут не так все дело. Тут есть читарюги, которые... Фу, кугис. Есть, танец победителя. Волк, танцуй. Сержант Волк. И тут каждый раз, когда сделаешь... О, фак, маньяк, убийца. Ух. О, это был Смит. Сам Смит из фильма «Матрица». Вот, думаете, он на... А, он не на мне, слава богу. А то я подумал сейчас. Сейчас он свои яйца ко мне приближит. А я не хочу его яйца сосать просто. Это плохо. О, фак. О, фак! Меня убили. Тут орут у меня. Извините за... За плохой задний фон. Потому что у меня разборки в фронте. Просто... За тыкву убьем. Сучку! Убью тебя! Вот, блин, не хватило 7%. Вот у него L3... Ой, что-то он тебя... Меня там убивает? Что-то я не вижу этого героя, или это типа первый чувак, который тут там офигенный рекорд поставил. Тут была читерская винтовка, сейчас этой читерской винтовки нету, жалко. Тут надо смотреть. О, молодец. Я просто молодец, вообще огурец. О, fuck you! Волка изнасиловали. Нет, волка. Это разборки! Нет, я умираю. Ребята! А монетка вышел, ура! Я покончил саму убийство. Ой, монетка. Я умираю, ребята. Я как-то тупанул как-то. Тыква, ты моя тыква. О, еще одна тут. Где-то тут бегает. Первое правило тут в этой игре, наверное, перезарядка. Только перезарядка. Убили, перезарядка. Потому что, ну, в крайних случаях... А, я мог убить его, но я растерялся. Как-то я в панику пошел. Паника! О, прямо у этого тыквы майна! Блин, ну, я мог завалить его, но, господи. У меня просто руки устали после тренировок. Ха-ха-ха, сейчас все подумают. Не, после телесов. Вот тут там. Разборки, я убью Смита. Я убил Смита. Ух-ух. Есть Смит в жопе. Но мне как-то... Ну, есть плюс, есть минус, конечно. Это, как бы, бета-тестин они меняют, конечно, со временем, но... Мне больше понравилось. О, мой любимый медведь, который... Сучка. Конечно, убить того... Лучше убить того, который... Сучка. Который проиграл, конечно. А, типа подождал, чтобы он закончил. Блин, сзади тыква. Он именно в тыкву стрелял. Тыква такая... Ну, ребят, давайте разбирайте быстро. О, опять чувак появился. Не в то время, не тот час просто. Как вот этот. Этот тут.
этот позу лотоса показывал. Я успею. Пошел в жопу! А, выкуси. Я не закончил или закончил? Помню, закончил я прием. Вот. О, фак! Помню, с дробашами я кто-то слышал звук дробаша. Вот это только стоит. Сейчас наверху. Его убили только что. Ой, я думаю, видеть мой. Блин, засранец ушел. Просто как скотина. Или у него залагало? Или он как читак? Получим предметы. Так, никого нету. И мы тут получаем... как крутой этот. Так, 178. Ну, конечно, мы не будем первый. Я в тот раз был второй. Второй в раунде, но... Так, куда побежал? Я сейчас это... Порву задницу просто. Так. Ну, какие плюс есть, какие-то нету. Чё, пёс ручусь? Охренел? Чё случилось? Пёс на меня ругается что-то. Что-то мой пёс, мой Оди пёс что-то говорит, что типа я не умею играть, видно. И умею играть, смотри, гранату кинул вообще в это... В кучу говна. Гранат! Сюда иди. Ну что ты лаешь на меня? Ой! Лаешь, конфетку хочешь? Есть хочешь? На меня пес напал. Помогите! Я разобрался со своим псом. Я не разобрался, он меня смотрит как Джек Воробей. О, ушел, все. Как-то пес на меня, наверное, разозлился, типа не даю играть ему. Или он типа говорит: танки! Я хочу танки онлайн! Видно, пес за вас. Хотите, скажите ему спасибо! Что-то у меня мышка зависла просто. Она что-то у меня влево ушла. Что-то сенсор как-то. Или... А, там видно, кукис. Если вы не видели картинку кукис, тогда вы не... ваша жизнь прошла просто так. Вот что-то у меня опять. Чувак! Автомат Калашникова? Ну, блин. Так, подожди, что-то у меня не так с этим. Хотя я тут... Так... Что-то вот, все. Давайте. Па-п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 а
Ушел. А. L3. Господи. Вот я помню, когда была винтовка. О. Если не видели эту винтовку, вот просто посмотрите первое видео. Там это была вообще читерская винтовка, которая давала, можно сказать, всем возможность нагибать. Сейчас как-то эта винтовка... О, да, детка. Ну и каждый раз тут показано, что ты заработал за класс, сколько опыта. Вот это, помню, опыт за монетки. А, или вот это опыт. А, это сколько ты опыта получил. Или сколько ты... А, да, опыт сколько на эту винтовку. Тут еще, да, вот самое важное то, что каждый класс, можно сказать, каждое оружие берет свой опыт. А это общий опыт. Вот этот. Звездочка красная. Ну, хорошо. Ну, это, можно сказать, игра. Хорошая игра, которая... О, меня вылетело. Думаю, войти в крафт. И что в крафте получать? Давайте посмотрим, что у нас в крафте. Руки. Как-то крафт. Не. Я такой. Я волк. Волчара я. Вот давайте посмотрим оружие, которое мы можем купить. Вот винтовку можем купить, Ну, кажется, там, помню, вот винтовка, это, помню, вот это. Или где-то, наверное, тут лежит. Не знаю, ну, конечно, я возьму это.
А я... Чё, у меня опыта нету? А, у меня нет... Все, я получил эту винтовку. Пожалуйста, дайте мне эту винтовку. Ура, мне дали эту винтовку. Ну, я потратил все свои деньги, ну, пофиг. Ура, я получил эту винтовочку. Давайте посмотрим, как она в деле. А, она еще ломается. Блин, твою мать, да это вообще... Это полный бред. Чуваки, я больше фонтанки хочу, чем это. Давайте последний раз сыграем. Последний раунд и все. Господи. What the fuck? Извините, я ругаюсь, но... What the fuck? Вы хотите сказать, что на первом оружии нет... Мама, не, куда катит мир? Большой минус этой игры. Ну, я понимаю, там, в Point Blank, когда я раньше играл в него, я помню, был, да, что-то... Урон от оружия... Подожди. Это пистолет мой? А это моя винтовка? Или новая винтовка? Новая винтовка. О, да, детка, все, я вышел на... Танцуй, да, да, все, нормально, все, я в бою, все. Все, я буду нагибать всех. Эй, чувак! Гуляй! И всасай. Тебе повезло, просто повезло, чувак, тебя... Аватар! Толстый аватар! Толстый аватар! Тебе неудобно, Раста? Раста? Просто хочу спросить, тебе удобно? Соси. Соси. Просто посасывай меня. Блин, просто опоздал. Просто. Я мог успеть. Догнуть ему. Тарелка какая-то просто. Я сижу на крыше. О-о-о-о-о! Ой, я первый. У-у-у, 4 убийства. Ну, сейчас у меня и нагнет. Будет последний, да. Вот, слышали, кто-то пукнул просто. Жестко пукнул. Вообще. Сижу как Point Blank. What the fuck? О, домик. Домик с колодью 4 или стопник. What the fuck, что это? О, портал! О, господи! На другой мир. Меня искал? А, опа, видишь? Поймал. Давай, танцуй. Танцуй, волк. Танцуй. Танцующий волк. Ей, перчатки получил, круто. Мне больше нравится эта игра. Господи, больше. Это игра. Игра, которая должна получить... Ну, 6, окей. А, вот где. Что-то я не понял, где он был. А! Дави! Нет! За машину! Машина спасет меня, супня. Машина — это дом, который спасет тебя, если чё. Сидеть! Всем сидеть! О-о-о! А, блин, он меня с ножа убил, засранец! Тупая голубая голова! Я ненавижу тебя! Я найду тебя и убью тебя! Вот, давайте... Да, спасибо! Поклон века! Сидеть! Блин, не хватило 23 хп! Только поплыли, ой, ну ёшта, ха-ха, сосай. О, господи. Я не так, ну, блин, я хотел этого. Застронец! Нах это делать. А я не закончил, да, или закончил? А закончил, ничего. Я долго думал, просто долго думал, такой. What's up? What's up, man? Просто... Давайте начнем дальше. Так. Блин, ушел. Я бы убил его. Ушатал. Как? Он тут... Тут кто-то еще был. Или показал.
Эй, мужик, мужик. Куда вы все уходите просто? В кусты, да? Засаки. А, вот где мой сакмен, который я никак не могу убить. Улетай! Кто-то на первом месте, я не понимаю. Улетай, на что-то на крыльях неба, что-то такое, я не помню, песенку этой певицы. На, получай гранату. Бух! А, блин, не получилось. Граната, она как-то маленькая берет. Сейчас скажу вам. Радиус действия, да, вот. Я сказал это слово. Я мэн. Радиус. Сучка, двоих убил просто. Ушатал. Улетай. Не, ребят, мне как-то больше на эти танки лай, знаете. Сука, не убил просто. Как можно не убить эту сучку? Где ты? Ну, знаешь, ну, ты понимаешь, вот просто. Просто я болею. О, как я его... Это мой был! Я его ножом коснулся, просто ножом. На меня засчитали. Мне надо взять кирку, скрафтить кирку просто. Или купить кирку. Оп. Успей. А, не успел. Засранец. Ну, засранец ты просто. А что у меня тут показывается? А, типа они друг другу. 101 просто, 101 жизнь. Ну, стопудняк. Бей. У. Давай тут это. Поклон века сделаем. О, ей, еще перчатка. Господи, я тут отжигаю просто. Там за мной шел. Таким большей скоростью я бы, я думаю, успею до первого места здесь, если я не лохану. Я не найду придурка, который у кого жизни меньше. Ой, знаешь, я тут... Фак. Тупой шлепок. Давай 2 минуты, и я выиграю! Ух! Извините, что такой долгий выпуск, но... А, нет, ну я, ну, минут 20 будет, я думаю. Я там еще разговаривал по телефону. Патроны? Чё за хрень? Чё за хрень тень? О, фак, бегом! Найс килл, вообще. Найс киски. О, найс килл, мне, детка. Меня просто джигает. Все, я разогрелся, ребят. Все, вы мне не указ. Просто если бы вообще винтовка повыше, я бы, я думаю, тут всех шатался. Переиграл, называется. Ну, это легкая игра, вы знаете? О, фак, там еще. Гранату! А, гранаты не было! Ну, я так занимаю первое место таблицы. Мне осталось 45 минут. Я думаю, сейчас, если вот этот второй чувак не успеет... Ну, я сейчас, конечно, буду сейчас набирать. Блин,
что там. О, нет, нет, нет. Давай, 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 давай. 20 секунд. О, нет, у меня тут машет. Машет, да, машет. 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 Ручкой. Смотри, какое тут видео. И я занял первое место. Я, детка, я взял, ну, я много чего получил в этом раунде, я очень много получил очков на вот это оружие, очень, так, ну, прилично сыграл я так, выходим, но если вам понравилась эта игрушечка, ссылка будет внизу, заходите, играйте, ну, игра такая нормальная, ну, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а я пошел в танки лайн, на ваши любимые танки лайн, ха-ха-ха-ха.